Ну что, расслабились? Ну-ка, все собрались, все собрались! Прямиком из Бразилии! Прямо сейчас! Вагнер Зилузинью приехал! Тот самый парень, кто дрался против Федора Емельяненко. Его привел Камил Гаджиев. И он же будет драться у него в Fight Night в Гран-при. Зовут его Черный Папа. Давайте встречать его! Весит он 200 килограмм. Поаплодируем ему! Хай-ю-хай. What is the name? Wagner Zuluzin. Родион! Ты мне такой сон испортил. Между прочим, это супербой, на кону 150 тысяч рублей, а драться Черный Папа будет против нашего любимчика Василия Пельменя Комоцкого. Поаплодируем! Цепной пес осасывает хуй резко сейчас. Ты не прав, брат, я его на бой вызываю. Орел Решка. Давай, пельмень, да, дай как надо, дай дал ушел. Нормально почувствовал. Ничего себе. Почувствовал. Просто. Почувствовал. Ну, ударил. Да, ухо. Чуть-чуть. По уху, да. Задел. Спокойно. Фол. Глаз ударили. Да. Извиняюсь. Сори, врачам, можно? Или пейте шкубы, гадные. Давай, Вася. Как? Покажи, пожалуйста. Нормально, сейчас еще добьем. А? Не, он, кстати, нормально попал. Он тебе жопу попал. Нормально. Да, нормально. Поддержим, ребят! Не, он нормально его ударил. Нормально. Окей. Нормально? Хороший удар. Окей. Окей. Я все нормально, я просто глаза закрыл. Блядь, ты что пугаешься? Интересно. Окей. Хорошо, можно посмотреть? Посмотрите ему глаза, пожалуйста. На шатырь. Okay? Да, его шатнуло. Окей. Глаза посмотри ему, что он окейкает. Нормально.
Точно нормально? Еще по одному и все. Классные у нас врачи, да? You okay? Okay, ушла. You okay? Okay, ушла. Если что, зеленка там надо. Все хорошо? Заебись. Это что, бесплатное удаление родины? Обращайтесь. Ну, не надо не, так не, срывать, она прирастет, просто не надо дорывать. Голова не кружится? Окей. Okay. Okay. У меня нет. У меня не кружится. Твой удар, да? Твой удар, да. Соберись, блядь, тряпка. Бразила! Его последний, да? Крайний удар типа делает и все. Да, да. Бразила! Окей. Окей. Все! Блядь, все, супер. Ну что, теперь у нас надо объявить победителя. Победил пельмень, поздравим! Нет. 100% ничья. Ничья? Конечно. Они били одинаково. Поделим тогда, да? Одинаково. Окей. Пополам. 50-50. Окей? Окей. Sim, sim, gostaria sim de participar mais uma vez. É, não é melhor porque o meu MMA é bom, eu gosto de lutar, fight, sou lutador, graças a Deus. E gostaria sim de voltar mais uma vez. Adorei. Um grande esporte, bem assistido no Brasil todo. E é um prazer estar competindo com uma grande lenda e um cara que é campeão do tapa na cara. No bolo das coisas, meu irmão. Вась, ты что скажешь? Ничего, все хорошо. Супер бой был. Давайте поаплодируем, ребята. Спасибо Камилу Гаджиеву. Может, он что-то скажет тоже. Да, ну, на самом деле, классный бой. Я кайфанул. Напряженный и, был, да? Да. И, ну, всех приглашаю, естественно, за него поболеть в ММА. 18 апреля, окей. Москва. Но сейчас все даты произносятся так с опаской. Все мы знаем, все мы знаем почему. И при этом, несмотря на эту ситуацию, вот он, иностранец, человек с другой стороны приехал. Он здесь преодолел очень большой путь. Он летел 48 часов для того, чтобы оказаться за этим столом. Поэтому молодец, респект вам большой. Ну что, поздравляю, все получилось. Спасибо. Мы тебя успешно закрываем на карантин. Эй, это был супер бой, супер поединок тяжеловесов. Да, это был специальный гость из Бразилии, и он не подкачал, да? Ну и наш пельмень не сварился, что думаешь? Согласен, наш пельмень дал жару. Не зря он наш чемпион с самого начала, да? Да. Кирилл, что думаешь? Ставьте лайки, пишите варианты, с кем бы вы хотели, чтобы вышел Вагнер или у нас Василий. Пелемешка Камоцкий. Спасибо, Вася, иди к нам. Это были каменные...